Более 30 вопросов рассмотрели парламентарии на очередном заседании законодательного собрания. Важнейший из них – законопроект с изменениями в областной бюджет на 2020 год в связи с поступлением в область 2 миллиардов 120 миллионов рублей из федерального бюджета, в том числе дотации в сумме 1 миллиарда 130 тысяч рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Такая господдержка появилась благодаря взаимодействию главы региона Ростислава Гольштейна с федеральными органами власти. Межбюджетные трансферты и субсидии носят целевой характер. Из дополнительных поступлений более 344 миллионов планируется направить на заработную плату бюджетникам, свыше 380 на уплату страховых взносов ФОМС за неработающее население, 206 миллионов на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и 200 миллионов на погашение кредиторской задолженности. Законопроект был принят депутатами единогласно в окончательной редакции. Также областной парламент рассмотрел вопросы, касающиеся регулирования правоотношений в сфере культуры и спорта, наделения органов местного самоуправления полномочиями по проведению всероссийской переписи населения 2020 года. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21.